В завершение хотел бы сказать, что не стоит пренебрегать Тимуксом. Когда я сам начинал им пользоваться, мне казалось, что все это очень неудобно и запоминать команду долго. Но со временем я понял, насколько он облегчает жизнь. Конечно, вы можете использовать Тимукс на своем локальном компьютере, так вы с ним быстрее освоитесь. Но и помните, Тимукс сохраняет ваши данные, вашу работу, а следовательно время и нервы. Берегите себя, используйте Тимукс.